Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В прошлом эпизоде вообще жесть была. Мы за одну серию заспавнились два легендарных покемона и два райквазы. Не какие-то разные покемоны, а две райквазы. Ну, конечно, я одного не успел даже подбежать к нему, так как он просто испарился на глазах. А второго я не стал ловить, просто дал ему шанс, что я убегу, ну сейчас, и потом я прибегу, если ты тут будешь, то я тебя словлю, если не будешь, то не будешь, значит ты убежал. И мы еще нашли двух покемонов-боссов, то бишь одного красного, с которого мы выбили один мастербол, и еще одного зеленого, да, вот. Так, что я хотел? Давайте мы сбегаем домой. Я сделаю себе лопату. А то моя сломалась. Так, где у нас вообще ресурсы? Так, вот тут. А. Че, у нас палок нету? Ты что, издеваешься? Че, у нас даже дерева нету? Боже, есть, у меня при себе даже дерева нет. А, есть, есть. Отлично, есть. Верстак, вот так и вот так, отлично. Что уже сейчас темнеет, давайте поспим. Что-то наша Иви вообще не выигрывает вот это счастье. А, да, уже одна штучка есть, ну пусть будет. Что я хотел? А давайте мы сделаем, может, снеговиков. А я думаю, они тут делаются. Ну, как бы, в Пиксельмоне. Я думаю, логично, что они делаются. Три, давайте еще одного. Хотя, давайте пофиг сделаем уже. Вот так. А как они делаются? Вот так. А как они... А! Я их крафчу в верстаке. Вот капут. Ах. Во! Зашибись. Давайте тут какайте снегом. Ну, в смысле, не какайте снегом, а просто разносите тут снег. Вы вроде ходите, и за вами снег, да, идет? Ну, чё-то ни хрена. Или вы что, еще не проснулись? А что за вами снег не идет? В смысле, они когда ходят, они должны как бы вот на блоках оставлять снег. Что-то хрен его знает почему. Вот. Вот тут есть снег. Или они про... А, значит, они вот на... Это что такое? А, мне показалось, это шайни или что-то такое. Так это шайни! Так это шайни! Я его чуть только что не прокакал. Так это шайни покемон! Он выглядит как... Она выглядит как обычная Нидорина, вот такого цвета, но может чуть-чуть ярче, поэтому... Чё за хрень? Чё? Я только сейчас заметил, чё два Чаризарда стоят. Дорогие друзья, я только сейчас заметил, что... Как бы вы видели, да? Бегает обычная Нидорина. Ну, я думаю, обычная так обычная. Ну, я чё-то вижу, что она как бы чуть-чуть светлее, чем обычная Нидорина. И поэтому я на нее обратил внимание, потом прибежал, я просто забыл, как выглядит обычная Нидорина. Я просто обратил на нее внимание, подбежал и просто смотрю. А, ну, Нидорина так Нидорина. Но потом я подумал, лучше я все-таки кину на нее как бы босса, потому что уже как бы сделали, что если шайни покемон, то видите, слева в верхнем углу как бы ее имя, ее уровень, ее жизнь, и если там показывает вот такая звездочка, вы видите, да, под уровнем, то это как бы шайни покемон. Хорошо, что как бы
я все-таки решил, а ну давайте я все-таки кину на нее покемона и посмотрю. Если там, конечно, будет звездочка, то это оказывается шайни покемон. Если там не будет звездочки, то это не шайни покемон. В смысле, время даже не теряется, что там секунду увидит, но хорошо, что я кинул. В смысле, хорошо, что я кинул на нее покемона. Это шайни покемон. Прикиньте, если бы я не проверил, что это без охрень было. Я бы, наверное, столько людей писали, вот там Шани было, ты увидел, что это Шани, потом сказал, это не Шани, просто убежал, да? Хорошо, что я проверил, что и действительно оказалось Шани. Нет, ну просто если так сравнить Нидорина и Шани Нидорина, я не знаю. Ну, может, я просто забыл, как выглядит обычная Нидорина, поэтому я подумал, что это обычная Нидорина. Охренеть, она даже не залазит вот в этот ультрабол. Она за секунду вылазит. Даже легендарный покемон чуть-чуть думает, оставаться там или вылазить. Ну, не буду я тратить время, давайте один. А, да, бум-бум-бум-бум. Я же словил Нидорина. Охренеть, как я его словил? Написал, что она вылезла с вот с этого, вот с того, как его там. Что она вылезла с покебола. Ну, она словилась. Вот, это кто там у нас? Нидорино и. Нидорина. Вот. Ага, теперь я уже, дорогие друзья, знаю, что Нидорина это как бы синее, поэтому у меня что-то в голове переклинило, что вот. Я забыл, как выглядит обычная Нидорина. Поэтому я забыл, но что-то как бы мозг, видите, сам сообразил, что. Обычно Нидорина как-то другой цвет мает. И она действительно вот имеет вроде такой светло. Это или светло-зеленый, или светло-синий. Хрен поймешь. А вот то было такой светло-светло-светло такой розовый. Даже не вот такой розовый, как Милтанка, а очень-очень такой светло-розовый. Поэтому мозг как бы сам сообразил, что вот тело не соображает, да, что это Шайни покемон. Ну, что-то там клацнуло. А, значит это Шайни, а не Шайни, ну. Пошел проверю, и это действительно Шайни. Охренеть. Шайни покемон. Черизард, ты че? Черизард в бою? Ты че, дурак? Какой нафиг в бою? Черизард. Вот ты завис, вот ты глюканый. Мало того, что ты летать не умеешь. Ну, умеешь, конечно, но чуть-чуть с лагами. Так ты еще глюканый. Вот Черизард. Я его отзываю, пишет, что он в бою. Это, наверное, его Шайни Нидорина загипнотизировала. Или он просто, знаете, в шоке стоит. Ни хрена себе, еще один Шайни покемон. Возможно, возможно. Так. То бишь мы словили. У нас вот Шайни Милтанки, мы словили еще одного Шайни покемона. Это у нас Нидорина. Где она? Где ты? Нет, это мистер Майм. Нидорина. Вот она, да? Так, секундочку. Так, дрифт, блин. Ты у нас уже прокачанный, так что тебя мы ставим в компьютер. Да, ставим в компьютер. Так, ой. И берем Нидорину. Шайни, шайни, шайни покемон, шайни покемон. А как ее эволюцию? А, во, чё, разлагает все-таки? Нет, так пишет, что вот этот в бою. Ну, через арт. Давайте мы сейчас прокачаем нашу Шайни Нидорину. Во! Пролагал наш через арт. Отлично. Так, где наши снеговики? Вот один вот тут, да? А если его убьешь, то с него выпадет снег или нет, я думаю, нет. Вот еще один снеговик. А третий. А третий. Третий куда-то убежал. Это вот это ни хрена. Вот это подарки на Новый год. Вот это я понимаю. Ну, конечно, еще Новый год даже не пришел. Но за три эпизода, если так суммировать все три эпизода, то. За три эпизода у нас заспавнились три Райквазы, два покемона-босса и один Шайни-покемон. Это у нас Нидорина. Вот это я до сих пор
шоке, но как бы хорошо, что до меня доперло. Я думаю, вы тоже так думаете, что хорошо, что я проверил. Так как я просто действительно забыл, как выглядит Нидорина. В смысле, какой у нее... О, вот третий снеговик. В смысле, я забыл, как выглядит Нидорина, какой у нее цвет. Но я увидел, вот тут бегал... Вот так и заспавнилась возле нашего дома, офигеть. Вот я увидел Нидорину, и как-то... Очень-очень такую розовую как-то, светло-розовая Нидорина. Я сначала не понял, но я как бы, вот, Шани Нидорина, офигеть. Но потом я как бы подумал, да нет, это обычная Нидорина, у нее же такой цвет. Ну как бы мозг мне дал сам понять, что это ты что, дурак? Нет, это Шани Нидорина. Ну как бы сам там перетинил что-то немножко, и я понял, что это... Хотя я не понял, что это Шани Нидорина, я думал, это обычная Нидорина. Но хорошо, что до меня доперло, что я пришел и вот кинул на нее покебол, ну в смысле кинул на нее покемона, и... Что я проверил, что это Шани Нидорина или это обычная Нидорина. И вот это действительно классно сделали, что показывает, Шани это Нидорина. Нет, как бы Шани это покемон или обычный это покемон. Что там уже звездочка такая нарисована. Это офигеть. Офигенно, дорогие друзья. У нас уже два Шани, три легендары покемона. Еще, конечно, заспавнились два легендарных покемона. Это две Райквазы, но я их не словил, так как... Это Райквазер. Райквазер вот у нас уже есть. Офигеть. Так. Вот это так, вот это так. Вызываем Иви бегать за нами. Идем мы, короче, на гору или не идем? Просто... Хотелось бы еще, конечно, словить Молтреса, но понятно, что хотелось. Вообще хотелось бы еще, чтобы какой-то легендарный покемон заспавнился. Но... Так сразу заспавнились и Шани покемон, и если еще заспавнится какой-то, легендарный покемон. Так, уже ночь. Так, да, Иви за нами бегает. Там у нас лес. Вульпикс. Милтанки. Во, Райдун. Ты нам нужен, Райдун. Ты большой уровень, это как раз будет отлично, чтобы прокачать нашего шайниного покемона. Не-не-не-не-не. Воу-воу-воу-воу-воу, Райдун, не умирай. Ты мне нужен живый, я тебя сам убью. Так. Убиваем. Отлично. Дает нам опыт. Куча опыта. Так, Нидорина, 26 уровень. Так, вы... Да, чё ты... Метанг. Так. Вызываем Иви. Это чё там на горе? А, это горы. Чё-то мне как-то так показалось. Ну, не покемон, а вообще какая-то хрень там показалась. Вот, кстати, Оникс. Оникс у нас уже есть. Иви. Ну сколько ты там уже имеешь вот этого? Сейчас я заберусь сюда повыше на гору. Так. Один. Да ты что, издеваешься? За то время, что ты за мной бегаешь, еще бы хотя бы один был бы. Ну, выиграла как бы счастье. Шайни, шайни, шайни покемон. Офигеть. Ох, стоим мы так на горе. Идем сюда на последний. О, Дратини. Это Дратини или Драгонет? Не зря я сюда на гору забрался. Я увидел редкого покемона. Это у нас Дратини. Да, Дратини, так как она намного меньше, чем Драгонейр. Давайте Дратини и давайте Чаризарда. Как раз она сейчас нам выплюнет, если, конечно, дропнет хотя бы один алмаз. Чё, вообще алмазов не выкинула. А, вот, а чё алмазы так далеко? Один алмаз? Ну, один алмаз пригодится. Так как считайте... Да нет, не хотел я выкидывать покемоны, я случайно... Сейчас у меня все покемоны задохнутся, я задохнусь. Вот Иви уже
задыхается. Задыхалась. И, кстати, чё, о чем я говорил? А, ну да, у нас же есть 14 алмазов. И как раз нам не хватает один алмаз, чтобы, как бы... Если 14 алмазов, то мы можем купить только два мастербола. И еще нужен один алмаз, чтобы можно было купить третий. И отлично, сейчас мы как раз выбили еще один алмаз. А вот что, офигенно, что мы Шайни Нидорину словили в... Как его? В ультрабол. А даже не нужно было использовать мастербол. Вот это офигеть. То бишь, можно сказать, мы сэкономили один мастербол. Вот Нидорина. Синяя или зеленая. Хорошо, что я проверил. Действительно, хорошо. Так, давайте мы идем домой поспим. Идем домой поспим. Нет, сначала покушаем. Это что у нас, шерсть тут? Ну да, шерсть. Ну харе. А что это там за покемон был? Это обычные милтанки? Нет, это Хитмончан был. Хитмончан, о, он уже пропал. Милтанки, больше никого. Так. Идем мы поспим. Идем качать нашего шайни покемона. Куда бы нам пойти? Давайте мы пойдем вот сюда. Это кто у нас? Дитто, да? Да. 37 уровень, пусть будет. Отлично. Так, сейчас... Так, это кто у нас тут? Фу, ну да. Сейчас давайте все-таки мы пойдем куда-то вот туда, в наши последние вейпоинты. Вот так, да. И, в принципе, давайте сейчас продолжим поиски. В равнинах я уже даже как-то, знаете, боюсь немножко ходить. Ну, в смысле, конечно, если еще заспанится один Райкваза, я не знаю, считать это хорошо или нет. Но просто уже, знаете, могут и такие найти, что как бы напишут, что вот, читер, не знаю как, но у тебя там каждый раз спавнится Райкваза. Больше никто из легендарных покемонов, только Райкваза. Ну да. Так, это что у нас тут можно найти? О, охренеть. Трейд-машина, компьютер, хилки, о, книжные полки. Так, давайте мы пойдем через лес. Как бы я хотел найти Забдуса. Я... Еще раз, дорогие друзья, напишите, пожалуйста, только точную информацию, кто знает, где спавнится Забдус. Где? В лесу? В обычном лесу? Что-то как-то, я не знаю, спавнится ли он в лесу или не в лесу, или в пустыне. Ну, в пустыне точно нет, но как бы в других локациях. Так. Вот там еще лес, там я вижу джунгли, там я вижу пустыню. Я не знаю, куда идти. Чикарита там. Вот там. Да, всяких, ну, чикарит вижу на таком расстоянии, что... О, еще один покет-центр. А тогда Шайни Мью не увидел меня за спиной. Офигеть. Ну зато сейчас мы словили Райквазу. И Шайни Нидорину. Фу, так, дорогие друзья, сейчас. Ну, в принципе, да, давайте пойдем куда-то. Так, что там у нас с этой. Как его там? Сиви. Сейчас сюда заберусь. Ух ты, сколько ты тут будешь эволюционировать, я чувствую. Ай. Давайте мы побежим куда-то вот сюда. Да чё ты будешь... Вот. Да хоро глючить. Так. Мью, ты не имеешь желания заспаниться, нет?
А можно бы было. И, конечно, Shiny намного лучше, так как обычный Мью у нас уже есть. Кто там у нас? Там у нас Магмар. Магмар, Магмар, Магмар у нас тоже уже есть. Тогда бежим и сюда. Еще отлично, что мы Дратини нашли. Выбили один алмаз. Так, ну тут ничего пока что такого нету. Никто не спанится. Так что, в принципе, дорогие друзья, я думаю, на этом уже можно закончить вот эту серию. Мы нашли Shiny Нидорину. Это офигеть просто-напросто. И сейчас еще вот сюда пробегусь. Хотя вряд ли тут что-то будет. Ну, пробежаться можно. Если вдруг кто-то еще надумает заспавниться. Кто там у нас? А? О, данж! Отлично! Данж, данж, данж. Вот он. Вот он там. Вот там. Данж. Так. Сейчас, 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 сейчас. Нет, отсюда не видно. Пичей. Пойдем мы вот сюда. О, кстати, отлично. Вот тут и данж. Так. На карте больше ничего. Да твою мать. Заберемся мы таким способом. Не через двери, не через еще что-то, а вот так. Твою мать. Твою мать. О, эмеральд. Так. У нас же рюкзак есть, я его даже не использую. Ну, пусть будет. Может пригодится. Тут у нас еще сундучок. Ну да. И, в принципе, можно выбираться отсюда. Вот сюда мы пойдем. Да, иди сюда. Так, вот, вот так. Пойдем мы вот сюда. В принципе, тут ничего уже нет. Тут. Так что, дорогие друзья, давайте на этом все-таки, я думаю, закончим. Телепортируемся мы домой. Давайте на этом, дорогие друзья, мы закончим. В принципе... Нормально, как бы, отлично мы словили Shiny покемона, это у нас был Нидорина, это действительно отлично. О, Райдон, Твилава, давайте Нидорину еще все-таки прокачаем немножко. Так. Отлично. Давайте мы, дорогие друзья, на этом закончим. В принципе, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.